Чтобы записаться на симпозиум Implantology 2017, нажмите на ссылку под этим видео. Мегастом приглашает вас на 13-й международный имплантологический симпозиум Implantology 2017 17-18 ноября в деловом центре Москва-Сити. Идея проведения такого симпозиума международного принадлежит нашему аксакалу стоматологии и имплантологии Миргазизову Марселю Закеевичу. В 2001 году он собрал нас с Федором Федоровичем и предложил, говорит: «Алексей Николаевич, Федор Федорович, давайте подумаем, чтобы сделать свой международный симпозиум «Мегастом бега», для того, чтобы привлекать наших врачей со всех регионов». Один год мы проводим симпозиум в Москве, следующий год мы проводим в каком-то из городов России. В частности, в прошлом году было это Сочи, сейчас в Москве, следующий вот планируем город. Всегда очень дружеский торжественный вечер проходит после первого дня. Во-вторых, мы знакомимся с новыми людьми, которые нас приглашают потом к себе в регионы, в города, с мастер-классами, с лекциями. К нам приезжают уже наши не просто партнеры, но и друзья, с которыми мы работаем уже там больше 15 лет. И поэтому та атмосфера, которая проходит на симпозиуме, она коллегиальная и дружеская. И, соответственно, она позволяет делиться тем опытом, который необходим персонально каждому доктору. На каждом симпозиуме знакомимся с новыми друзьями, с которыми уже идем по жизни, вместе общаемся и таким образом поддерживаем наших пользователей Симадоз. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.